комплексе «Юность» прошли состязания на Кубок Омска по роупскипингу. Соревнования по спортивной скакалке собрали 45 участников в трех возрастных группах. В нашем регионе скипинг появился всего 3 года назад. Сейчас он успешно развивается и объединяет все больше заинтересованных омичей. Уже за 3 года в 5-й раз проводятся соревнования по роупскипингу у нас в Омском регионе. Это открытый кубок по роупскипингу, в котором участвуют команды не только из города Омска, но и из Омской области. На кубке по роупскипингу впервые присутствовали представители области. Для калачинцев участие в соревнованиях – важный и необходимый опыт. Для деток выезды и участие в соревнованиях – это всегда просмотреть, как они могут работать в команде, как они справляются с эмоциями. И вообще опыт соревновательный для ребенка очень важен. Но на сегодняшний момент, конечно же, настрой был очень хороший. Есть трудности небольшие при выступлении, но, надеюсь, все будет хорошо. Спортсмены выступали в командной дисциплине, где по результатам выполненных упражнений победитель выявлялся по наибольшему количеству набранных очков. Лучшими стали в категории до 13 лет команда «Алфей» 149-го лицея, до 17 лет «Прыгуньи» из школы номер 42 и команда «Свет» в возрастной категории старше 18 лет. В индивидуальных состязаниях лидером в спринте оказалась чемпионка всероссийских соревнований Елизавета Скотынянская, во фристайле Алина Васильева. Скорости мне нравятся именно двойные прыжки, потому что у меня больше всего получается, так как я занимаюсь гимнастикой, и у меня моторика рук хорошо развита. А в фристайле мне нравится координация, необычные прыжки, это всегда интересно. Ты выбираешь себе какую-то музыку и под нее делаешь определенные движения. Я раньше занималась легкой атлетикой, и мне как-то удобно бегать спринт, то есть для меня это легко. А фристайл, потому что там нужно придумать всякие связки, необычные прыжки. Это очень интересно, их комбинировать и прыгать под музыку. Развивает и популяризирует роупскипинг на территории области Омское региональное отделение Всероссийской федерации школьного спорта. Федерация школьного спорта – это общественная организация, которая призвана, скажем так, активизировать детей, им привить любовь к спорту, чтобы он был массовым. Мы не гонимся за какими-то высокими спортивными результатами. Наша задача сделать так, чтобы как можно больше детей занималось активным образом жизни. Отметим, что соревнования проводились в рамках проекта «Детский спорт», получившего президентский грант.